В высших учебных заведениях начали работу приемные комиссии. В нашем городе абитуриентов ждут в Нижнетагильском технологическом институте, филиале Уральского федерального университета и Нижнетагильском государственном социально-педагогическом институте, филиале Российского государственного профессионально-педагогического университета. В этом году у нас на очное отделение выделено 195 бюджетных мест, на заочное 187. В Нижнетагильском технологическом институте по трем формам обучения – очный, заочный и вечерний – на уровне бакалавриата 251 бюджетное место. Еще 30 очных на уровне специалитета. Бюджетных мест в нашем институте в этом году достаточно много. Мы приглашаем всех, кто имеет какие-либо основания быть зачисленными и получить высшее образование к нам. В этом году выпускники школ могут подать документы одновременно в 5 высших учебных заведений на 3 специальности в каждом.